Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого. Только что вышел патч Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. И, собственно, первым делом я хочу проверить новый режим. Кто-то в комментариях шутил, что это будет королевская битва. Оказалось, что человек не шутил. Реально сделали королевскую битву в шестой циве под названием Red Death. Вот, давайте попробуем автоматически присоединиться. Конец света наступил. Открытая для всех битва до последнего человека среди обломков цивилизации на гибнущей планете. Без городов, без дипломатии. Игрок считается проигравшим, если его последний гражданский юнит взят в плен или убит. Красная смерть — это надвигающаяся радиоактивная буря. Ну, собственно, как в любом батл-рояле, постепенно будет сжиматься территория. Исследование руин заброшенных, разрушенных городов, зачистка ванпостов грабителей. В общем, вот это вот все вместе. Видимо, сейчас... То есть я даже не могу создать партию. Оно автоматически, они сделали какое-то лобби. О, вон, чувак уже есть какой-то. Вот доступные герои здесь. Это не будет... Нету реальных цивилизаций. Свидетели совершенства, плюс 5 к боевой мощи, сумасшедшие ученые, все юниты лечатся в 2 раза быстрее. Скитальцы быстрее передвигаются по лесам, тропическим сектанты, все юниты получают плюс 3 к обзору. Пираты, 50% меньше от воды урона. Мутанты, минус 50 урона, 50% урона от красной смерти. Бонус коп. Ну давайте просто вот к боевой мощи, по-моему, это будет самое... Самое простое, то есть самое понятное. Просто плюс 5 к боевой мощи. Вот, используем это и все. Что у нас тут в настройках игры? Я так понимаю, особо ничего не меняется. Потому что это не обычная партия в ЦИВУ. Хорошо, оставим. Ой, нет, нет. Не хочу, в зал ожидания вернемся. Так, ну вот тут кто-то выбрал выживальщики судного дня. Плюс 100% опыта для всех юнитов. Остальные, наверное, просто случайные возьмут. О, Хейл Ганди, Lord of the Wastelands. Ну да, это типа после апокалипсиса. Красная смерть. Вон, сектанты кто-то взял. 3 к обзору. Ну, так это интересно. Плюс 3 к обзору. Я так понимаю, что у них еще и разные юниты какие-то будут. Одинаковых нельзя. Ну, видите, случай. Я взял фанаты просто потому, что плюс 5... К силе это очень просто. Ну что, попробуем новый режим. Так, прошел ход, и на ход дается 43 секунды. Ну, в общем, многовато. О, вот и первые руины города. Здесь можно найти жизненно важные припасы. Прикольно. В эту сторону пойдем. Ой, тут еще руины. Отлично. Сейчас будем собирать. Так. Юнит-пехотинец присоединился. Так, там у нас варвары. Будем с ними разбираться. У меня 2 пехотинца, в принципе. Плюс у меня еще плюс 5 к силе. Правда, пока не видно еще красной смерти. О! Развал. Мне, конечно, сразу фильм «Планета обезьян» вспоминается. Ну, старый-старый. Еще пехотинцы. Атаковать, не атаковать. Я лучше так встать. Ну, чтобы атака с флангов работала. Да, бонус за атаку с флангов есть. Он не может захватить моего поселенца, потому что через реку эти боевых роботов развалины. Еще и повышение сразу доступно. Блин. Давайте, наверное, вот так сделаю. Верну поселенца. Ну, чтобы под защитой был. Сейчас от лагеря варваров, по идее, что-то должен получить. Не прямо сейчас, но когда я его разграблю. Пока не буду апать юниты, ближе подойду. Потому что ап — это еще и лечение.
сейчас будем... Да, блин. Он сюда, конечно, перешел не очень приятно. Ладно, где-то там должен быть лагерь варваров еще сверху. Так, здесь обходим. О, еще руинки. Здорово. Вопрос только, конечно, откуда Красная Смерть пойдет. Или апнуть. Нет, наверное, пока нет. Будет, когда половина жизни, тогда имеет смысл апать, наверное. Хотя я не знаю. Прямо, скажем, первый раз играем этот режим. Блин, этот свалил куда-то. Ух ты. Одного уже убили. То есть, видите, я тебя вижу, отлично. И он, видимо, убил ему поселенца. Это единственное объяснение. Ну, потому что, когда у тебя заканчиваются жители, это конец игры. Для тебя. То есть, именно жители. Пока у тебя есть житель, ты еще живешь. О, вот этого можно, наверное, апнуть. Блин, вертолет, охренеть. В лагере варваров обнаружили исправный вертолет. Так, этого можно апгрейдить, я думаю. Боевые мощи против юнитов ближнего и дальнего боя, дальнобойных атак, игнорируют штраф за движение по лесам и холмам. Может, это все-таки лучше брать? Нет, ладно, давайте к силе. А, плюс 25 только дает. Во, блин. Так, давайте сюда сходим. А я думал, будет плюс 50. А оно плюс 25 только. А еще руинка. Не руинка, а... Да, руины города, все правильно. У меня еще тут руины города. Противотанковый юнит. Блин, тут у нас извержение вулкана. Так, чувак просто вышел. Ну и отлично. Меньше соперников. Так, ну мне придется, видимо, перебираться с этого острова, судя по всему. Вот только вопрос. Ну, я думаю, что раз внизу, да, вот ограничение, то, видимо, Красная Смерть будет вот так. То есть мне надо вверх куда-то идти постоянно. Ну, я так. О, и руинки, и варвары здесь, отлично. Так, еще два хода и начнет Красная Смерть сжиматься. Ну, динамичненький режим, конечно. Чисто такая тактика. Давайте сюда пойду. Вот, тут у нас есть проход, чтобы в воду не спускаться. Будем смотреть, что тут или нет. Ладно, схожу. Ух ты. В самом центре зоны бедствия образовалась безопасная зона. Она отмечена на карте. Блин. Так, и что, мне туда надо идти или... Или что? О. Плюс 5 к дальнобойной мощи против наземных. Давайте. Видите, другие повышения совершенно. Еще один... Вертолет.
Ну, идем в эту безопасную зону, значит. Не знаю пока, как тут правильно. То есть я так понимаю, что через 10 ходов, видимо, вот здесь появляется красная зона. Вот она. Ага, вот она нарастает уже. А безопасная вот там будет. Все, я понял. Еще один вылетел. Ну, мы сейчас тут изи победим, я смотрю. Ну, трое осталось. Одного вынесли, и двое вышли. Так, сюда пойдем. Так, тут, наверное, придется плыть. Я хочу этот город все равно исследовать. Вообще карта очень большая для 6 человек. О, нарастает красная смерть. О, вижу красного. Сейчас мы его захватим посело. Наверное. Да. От фастклика будет зависеть следующему ходу. Блин, опыт. Опыт мне тут нафиг не нужен был. Ладно, мы поплывем, наверное, этой ПТ-командой в ту сторону спасаться. Так, ну что? Получится захватить? Кстати, интересно, а может быть больше поселенцев? Мне пока больше поселенцев не давали. О, точно, может быть. Ты смотри. У него уже 3 поселенца. Как он их? Как он их наплодил? Вот жопа. Читерская. Ой, подгорает, подгорает. Попка. Может, поплывем уже? Нет, пока пойдем. Вдруг тут что-нибудь еще встретим. Надо, может, прокачать, кстати, нахождение по холмам. Я вот думаю, это круче, чем что-либо. Так, опять сейчас попробуем этого захватить. Отлично. Ух ты, уже прокачанный. А, ну да, двоих же можно объединять. Чё я? Может, мне тогда вертолетов объединить? О. Прокачанный вертолетик. Прячемся в безопасную зону. А, он же мог у других захватить. То есть он захватил поселов у других игроков просто. Вот и все. Вот и все объяснение. Так, давайте по холмам и тропическим лесам перемещение. Ну, тут начинают показывать, где руины. Обнаружен груз с припасами. Прикольно. Так, теперь у меня 3 поселенца. А, я понял, в чем идея. То есть ты захватываешь других поселенцев, соответственно, у тебя больше шансов выжить теперь. Вот он захватил 2 поселенцев. Этот чувак. И я у него 2 поселенцев теперь захватил. Блин, а чё так? Тяжелое поражение будет. Тогда отступаем лучше. О, а вон еще черный сверху идет. О,
все юниты в построении со скоростью. То есть тут у меня будет и поселенец перемещаться быстро. Так, ну походу это мухана. Еще пулеметчик. Плывем отсюда. Ну, ничего, такая забава, конечно. Не знаю, правда, как, насколько долго игроку хватит в это играть. О. Или это уже исследованное? Ага. Ну, буду стараться еще спасти. Но думаю... О, так они по воде быстрее плавают. Ну-ка, ну-ка. Тут, правда, нету... Может, этого попытаться на воду спустить? Так, ну у меня 3 поселенца. Очень даже неплохо, по-моему. Армия из вертолетов. Короче, нам сюда надо. Не знаю, мне кажется, тот умрет. Ну, тут есть. О. Какой-то маленький островок. Но мы тут сюда высадимся, наверное, вот этим. Прикол. Маленький островок с городом. Все, заканчиваем ход. Не, ну этот не выживет точно. Блин. Слушайте, надо этого чувака убивать. Немца. Этот точно умрет тогда, получается. Есть тут еще земля, или я в этом ядовитом океане утопну? Еще опыт. Ну, посидим, подождем, я думаю. Фиг знает, где тут красная смерть закончится. Блин, тут земля. Ну все, это мухана. Так, значит, соединяем сюда. Покеда. Все, нас осталось 3. Причем 4 поселенца у меня. У них у всех по одному. По-моему, все идет круто. Пока. Так, к обороне... К боевой мощи, к перемещению. Ладно, давайте вот так будем на перемещение качать пока. Так, а тут мы ищем хоть какую-то воду, ой, землю для того юнита, чтобы я его отправил. Блин, ну надо, наверное, уже начинать плыть.
уменьшилась зона. Ну, чувак написал, что такое ощущение, что очень зависит от удачи. Ну, я бы не сказал. Блин, кажется, умрешь уже. Поплыли. О, какая-то земля. Интересно, ну вот красного я вижу, да? О, тут у нас что-то прилетит. Исправный танк. Нормальненько. Здесь у нас варвары. Так, их надо объединить. Умирает. По воде плавать быстрее, но получаешь при этом урон постоянно. Еще и варвары не хотят. Да, все, умер юнит. Спасаемся. Так, а где же третий еще? Этот у нас... Вот этот же Ром... Рому, где мутанты? Ну, мутанты могут в красной смерти, я так понимаю, сидеть какое-то время. Эти поселенцы умрут. Да, все-таки вот эта прокачка... О! Прокачка на движение по холмам и лесам. Классная штука, надо бы брать. Извините, отвлекся немного. Может,
помешать мне победить. Нет, давайте спасаться лучше. Он медленнее ходит, я думаю, что... Думаю, с ним это сыграет злую шутку. То есть он тут умрет в этой красной смерти. Блин, тут реально хрен убежишь, тут можно даже не воевать. Так, мне надо вот этим моего одного поселенца объединить с моим вертолетом. Эти умрут, к сожалению. Надо объединить с вертолетом, потому что он у меня прокачан на то, что присоединенные юниты двигаются со скоростью вертолета. Уже исследованы пустоши. Блин, где эти мутанты еще? Этот красный-то ладно, он там тоже бежит от красной смерти. Ну, да, все, умерли. Блин, и этот еще умрет, наверное. О, вон где красный. Ничего себе. Так, я лечу вверх, чтобы тут перехватить хотя бы одного посела. Так, ну этому тоже хана, я думаю. А жаль. Ну, зато никто другой их не захватит. Тоже неплохо. Видите, постоянно вот эта королевская битва за снова и тут захватили. Ну, вот этого, кстати, могут и захватить, но красная смерть и все такое. Так, сейчас поменяется опять территория. Где-то вертолеты взял. Короче, я думаю, что мне надо просто моего поселенца сейчас пытаться спасти. Танчики подъезжают. Вот таким макаром мы объединяем, и теперь они могут быстрее двигаться. Так, поведу мирного жителя без прикрытия здесь. Хочу этот лагерь еще зачистить. Может, что дадут? Короче, надо брать везде вот это быстрое перемещение по лесам и холмам, я думаю. Меняется зона, понятно. Все ясно. Так, что дадут? Исправный вертолет, отлично. Это мне нравится. Полетели спасаться. Вон он где. Наконец-то я тебя нашел. Так, надо его убивать. Блин, мы тут со всех сторон. Так, тут не... спуститься нельзя. Тут скалы, ладно. Пошли. О, тут что-то прилетело еще, надо забрать. Безопасная зона сжимается, юнит атакован.
Так, ну этот вертолет-то успеет улететь, конечно. Тут то, что зона сжимается. Уже и 15 урона, видите, будет наноситься. Так. Атакуем. Атакуем. Все, нас осталось двое. Красный где-то вот тут. Сматываемся. Так, тут надо объединить. А, слушайте, я уже в центре нахожусь. Мне лучше тут стоять на месте, я думаю. Ну что? Последние усилия, и надо побеждать. О, еще и вертолетик прокачался. Блин, придется плыть, видимо. Что, не хочется в воду спускаться, конечно. К этому хана, похоже. Вроде не должны убить, мне кажется, нет? О, уже 20. То есть я сейчас в воде буду 20, не, минус, в воде все-таки меньше. Это только вот этот красной смерти 20-ку. Кстати, можно и заглянуть. Так, все, этот умрет. Можно даже не пытаться. А это что за... Ладно. Похожу, но он умрет. Блин, может тут как-то можно по суше перебраться все-таки. О! Вижу. Парня. Меня убил. Так, он, наверное, по воде будет плыть. О, что это за термоядерное устройство? Тут точно ядерки, мужик, почему я... Что мне доступно было? Да, ну зря я, конечно, ее использовал. Тут, конечно, убил ему юниты, но... Его-то посева я не убил. Прикол, тут еще и ядерки можно бросать. А, наверное, она тут в руинках была. В руинках, наверное, была ядерка. Прикол. Находишь ядерку в руинках и ГГ делаешь. Так, давайте смотреть. Ищем. А, и тут, видите, осталось радиоактивное загрязнение, кстати. Тоже прикольно. Очки не меняются, я думал, хотя бы будет в очках показано, сколько у кого юнитов остается. Но нифига. Так, вот тут, видимо, этот мутант все собрал, я не знаю, видите, все эти руины обобраны. Вот он идет. Вот все юниты в построении перемещаются с одинаковой скоростью. Так, готов.
Блин, а выжили юниты-то? Юниты у него выжили. Ага, вон танчик. Блин, нет, только не моего посила. О, он тоже использовал ядерку. А, он решил, что это мой последний посел. Но нет. И да, не убивает полностью, как видите. Блин, еще, знаете, вы в ядерном угаре и еще продолжаете стрелять друг по другу. Прикол. Где же у него посел? Мне это очень интересно знать. Давайте постоим, полечимся. Мы на безопасной территории. Я буду сейчас спасать этим вертолетом поселенца. Потому что, опять же, со скоростью сопровождения могут двигаться юниты. Так, ну этот, скорее всего, умрет у меня. Где же его посел? Мне кажется, он где-то тут должен быть. Но ему больше некуда деваться просто. Он должен либо плыть, либо вот идти по этой территории. Давайте я тут встану в защиту. Но он пишет GG. У тебя слишком рано вертолет. Ну да, вертолеты крутые в том плане, что вот берешь вот это перемещение с помощью, когда прикрепляешь, с такой же скоростью бегут юниты и все. О. От дальнобойных. Дальнего ближнего боя возьмем вот так. Ну давайте мочить варваров. Где-то их. О, блин. У нас по одной ядерке оказалось. Мы друг друга по ядерке бросили. Блин, а где же тогда? Может, он уже высадился тут где-то? Где его посел, меня интересует? Тут ничего. Вот он. А вот и посел. А вот и юниты его. Ну, у него тоже прилично юнитов, слушайте. У него тут армия. Я не знаю, что он пишет GG. Мне кажется, он еще вполне может меня одолеть. Танчики. У него, по-моему, юниты покруче. У него армия... ПТ-команды. Ну, блин, мне бы вертолетами, конечно, вот эту фигню разбить ему. Да, два вертолета вполне, и захватить посела. Так, там мне варвары убили. Так, ну так как я знаю, где его посел, наверное, стоит к нему лететь. Thank you.
Вопрос только, куда он пойдет. Так, а где тут? Ну ладно, все равно к нему надо вести. Интересно, куда он пойдет? Поселом. Меня это очень интересует. Танк приехал. Ага, он убил меня этим. Ну, надо ли танк убивать? Мне надо убить ему одного поселенца. Всего лишь одного поселенца. Да, у меня 4 юнита, я думаю, что у него 2 юнита осталось. Есть. Ну, стрелять надо было, блин. Все, наверное. Ну давай, захватывай. Победа. Фуф. Фераксис, главное, прилетел и забрал бы. А это фигня из Beyond Earth. Между прочим, вот это вот. Штука очень на посадочный модуль с Beyond Earth. Злобные фанаты победили. Над нами все смеялись, говорили, что мы слабы, что нас слишком мало, что мы не доберемся до посадочного модуля. Ну и чья теперь очередь смеяться? Кто стал последней фракцией на этой идиотской гниющей планете? Кто выиграл билет в один конец на сверкающем звездолете с чистой водой и воздухом без ядовитой пыли? Мы! Мы улетаем, берегись, вселенная. Ну-ка давайте графики глянем. Количество сражений. Тут я на первом месте. А, это, кстати, секта... он за сектантов играл. Поэтому он еще очень неплохо видел, где что у меня есть. Вот в чем дело. Да, ну сектанты, кстати, мне кажется, сектанты покруче здесь будут. Так, потери на юнитов. Красный больше потерял и уничтожил. Я больше всех уничтожу. Ну, вот такой новый режим. Пишите ваше впечатление в комментариях. По-моему, динамичненько, но мне, знаете, это напомнило Warhammer 40 тысяч. Вот помните, там Gladius что-то вот такое чем-то напомнило. В принципе, иногда поиграть можно будет. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!